Сейчас волна съест поздравления. Тут написано «Сашка, с днюхой». Еще чуть-чуть, и Сашка не получит свое поздравление. Но, надеюсь, его сфотографировали. Вообще, знаете, хорошая идея вот тут припасти, когда сюда приезжаешь, всяких разных вот таких вот фоточек всем своим близким друзьям. Сашка с днюхой, Сережка с днюхой. Нащелкать, рядом сесть, цветами украсить. А потом, когда появится, наступит день рождения, раз, и вот заблаговременное приготовленное из ГУА, не какие-то чужие открыточки, накачанные с интернета, а свое, с душой, что помнили, когда отдыхали. Какие трудолюбивые детки, сколько они накопали замков, настроили. Умнички. Так, здесь граница. Я не пойду. Ну вот. С этого края первые. Вот. А с того края Саши у меня первый. Но все-таки, мне кажется, Саши далековато. Вот же ж центр вселенной. Ну, в общем, они будут первыми. Таши Делек! Таши Делек, дорогие зрители! Приветики! Привет. Как нам написали с камерами, они и так и сяк пытаются обниматься, целоваться. Покажи, что у тебя там такое на голове? А, вось. Как стремительно выросли волосы. Волосы русенькие, да. Какая красота. Откуда? Это мне Марьям. Да, два дня тебя не видели. Да, я вот пропала немножко. Мы вон тебе вон и место сами там сели, место тебе огородили, написали «Кэт», а нас попросили и увезли наш магазин. Прямо сами официанты взяли магазин за четыре хвостика и уволокли. А я так иду туда уже куда-то собралась, а смотрю, Саши тут. Хорошо, ну, мы как бы в первых рядах или последних, не знаю, мы первые получаемся. Да. Вот, ну, раскладывайся, показывай. Да, раскладывайся. Я еще хочу за кукурузкой сходить-то. Сгоняй. Да, пока время есть, пока еще не людно. Вечером-то ага. Народ пойдет. Да, ну, до сансета, чуть-чуть до сансета. А ты знаешь, я, оказывается, и не сняла весь твой ассортимент. Я снимала, оказывается, на твою камеру. Я вообще не поняла. Твой первый день, мне кажется, как-то прошел на смарку для моего канала. Ну, показывай свой ассортимент. У меня чего только нету. Я сегодня, кстати, ищу Сережек. Как сама? Девушка говорит привет. Все хорошо. Да. Меня вот там, сюда. Хорошо. Нет проблем. Ага. Бизнес, да? Хорошо. Работает, да? Я буду раскладывать, а пока бросить. Ага. Кольешки, браслеты, все на свете. Братан, привет. Братан говорит, как сама, как сама. Ну, мы, конечно, тоже по-английски так же говорим. А по-хинди и вообще никак. Ой, какие вот эти красивенькие, с ракушками прелесть. Ой, они мне тоже очень нравятся, ага, такие прямо нежные. Именно вот они как раз по тематике здесь. Да, морские, да, да. Летние, так сказать, зимние, летние. Вот такие вот тоже, с ракушками, с кораллами, мне очень нравятся жемчужины. И эти с кораллами. И все это хендмейд, все она сама собирала своими ручками. Мамочка тоже собирала, моя мамочка. Родничка. Ей тоже очень понравилось все это, затея с украшениями. Она мне тоже большая молодец.
Спасибо. Конечно. Спасибо. Разрешает нам тут сидеть. Сиди, говорит, нет проблем. Спасибо. Здорово. Куда, Москва? You know other cities? Санкт-Петербург. You know Санкт-Петербург? Кострома. I go Кострома один time. Даже в Костроме он был? Сам? You travel visa? One month visa. Один месяц виза, он был в Костроме. Прикинь? Ну и как тебе Кострома? А что там в Костроме-то? Мой братан, там, Саша, братан. Александр, А, братан тебя пригласил? Александр. Подругу-то нашел, girlfriend нашел from Кострома? Да, нету? Да, нету? У меня girlfriend Индиан. А, индийская девушка, отлично. А где она? Which state she waiting for you? Мумбай. Мумбай она тебя ждет. Хорошо, ну молодец, молодец. А как тебя зовут? Меня зовут Дэвид. Дэвид? Дэви? Он христианин. Ты из Гоа? No, you are not from Goa? Мумбай. Мумбай. Мумбай, but you христиан. Yes, I'm working here. Он из Мумбая, но христианин. Да, работаешь, да. Хорошо, да. Ну, тебя сейчас, наверное, хозяин-то там как это... Как тебя зовут? Меня Ирина зовут. Ирина зовут? Да, да. Спасибо. Угу. Ну хорошо, Дэвид, давай, ты работай пока, мы еще пообщаемся. Спасибо большое. Угу. Ну как тебе с косами-то? Ну непривычно. Не, а, не царапает, не мешает? Ну так, чуть-чуть. Ну, ага. Это оно... Первое время. У меня же были дреды, у меня вся голова была в дредах. Да ладно, да. Только хотела спросить, первый раз ли так? Были у меня уже. Ага. Ну, в общем, ты такая неформалка получаешься, да, такая бунтарь. Просто хотелось поэкспериментировать. Ага. Я же экспериментатор еще тот. Понятно. Меня хлеб не кормит, дай поэкспериментировать, что-нибудь со внешностью. Я же просто 2 года как бы... Микрофон, я просто понимаю все эти тяготы бытия. Понимаете, как интервью берем? На карачках обе. Друг к другу на карачках. Хотела договорить, что 2 года ж вообще как бы, ну, ушла в свой этот затвор буддийский, и все. А сейчас мне что-то проснулось, и вот, ну, хочется вот творить, вот эта творческая энергия, как она как пошла, так не остановилась. Вырвалась на свободу. На самом деле, многие замечают, что поменялось вот что-то, правильно? Да, да. В комментариях особенно очень много. Женственность такая проснулась, как глаза заискрились. Вроде все то же, а все равно изменилось много. Девочка, она и подушечку свою принесла. А это что такое? Вышивать будешь? Это я для сережек. Там у меня как бы сережечки в таких... Это же пяльца, да? Сережки. Это пяльцы для вышивания. Да. Вот это я сегодня сделала. Ой-ой-ой, какие прикольные. Заготовки были у меня из перышков заранее подготовлены. Сегодня вот из камней. Сейчас будем развешивать. Давай, развешивай. Я к вам, ага. Тут чуть-чуть так, оп, прислоню. Приткни, ага. Сколько такие стоят? По 400 буду продавать. И те тоже по 400, да. У тебя там, да. Серьги. Колье по 1200, да? Да. 1200, браслет по 800. Браслеты по 800. Вот, ну все очень красиво и интересно. С душой. С душой, да. Где ты таких птиц нащипала? Птиц. Это вот у Ашоки, у него очень много всяких таких вот интересностей. Птицы балийские, насколько я помню. Все на Бали он покупает перья. Покупает, ага. Да. Очень интересно. Камушки вот пришли мои. Откуда дождалась. Ты заказывала? Я заказывала на Алиэкспрессе. Mm-hmm. Вот. Ну, качество меня устраивает, качество хорошее. Вот эти, да, вот эти вот? Да, вот тигровый глаз. Этот не Ашока дал, тут мне не знаю, что похож на метит, гранат. Угу. А откуда ты вот эти берешь фурнитуру? Тоже там. Тоже на Алиэкспресс, да? Вы знаете, я просто дело в том, что покупала в Минске, но часть из Минска привезла. Ага. Я посмотрела, сравнила, что на Алиэкспрессе, что я покупала в магазине, извините, одно и то же. И, наверное, в магазине подороже все-таки. И им же дороже, надо аренду, да? Вот это все. Да, да. Вот. Поэтому подумала, а зачем мне посредники, если я сама, угу, могу заказать?
Я в Москве тоже смотрела, там пара там и 150 рублей, одна парочка вот эта для сережечек. Как думаете, только в один только рядок разместим или в два? Ну вот еще надо асимметрично вот так. Ага. Мне самой они так нравятся, такие прям да, все яркие. Да, веселенькие. Так. Пойдали. Посмотри, мой магазин называется. Моя любимая фраза. Серьезно, в этом сезоне. Только посмотри. Учи, учи. Главное, это фраза завлекалки. Только посмотри, только заходи. Ничего не покупай. Заходи. Не пей, говорит, холодную воду. Я говорю, у меня мама есть, она мне запрещала. Я зачем вышла замуж? Чтобы пить холодную воду и даже пиво. И мне никто не мешает. Папа, I love you. Папа, I love you. I not will drink cold water. Не буду я пить холодную воду. Ладно, закончился праздник непослушания. Все. Помитинговала революционерка. Он посчитал, говорит, уже 40 человек торгует. Ну, выставляются 40 магазинчиков. Может быть, больше будет, наверняка больше. Ну вот я считала, самое большое было где-то 100, в районе 100, да. Но это вот не в этот год, позапрошлый. В прошлый нас гоняли, как сидоровых коз, запрещали тут торговать. Да, я слышала, что они сказали, почему нашим индийцам надо налоги, там еще что-то, там запрещают, а иностранцам раз и вот так без налогов. Но потом как-то все рассосалось, все тряслось. Вот такая зона фри, ни законов, ни налогов, ничего, только 30 рублей за место. И то в прошлый раз не спрашивали. Да, в прошлый раз что-то они тогда не пришли просто. Я тут вид не порчу. Перышки немножко разлетаются. Да, перышки разлетелись. Ветер на сегодня, ветер. А, думаю, как же так? Я не вижу у нее ее. Как зовут-то забыла? Чёдок. Не вижу чёдока. Распространитель тени. А сейчас мы идем питаться. Мы идем тратить 50 рупий на кукурузу. Ой, как же тут здорово. Обалденно. Я еще до сих пор не купалась, представляете? Да ты что, а я уже два раза сегодня купалась. Я вообще целый месяц не купалась. Ты вообще не купалась? Вообще. Вообще не купалась? Вообще. Как ты живешь? Не человек знаю. На океане уже... Сколько ты вся уже дней? Вся в делах, вся в заботах. Хватит, заботы подождут, полчаса выдели на купание. Так нельзя. Я думаю, просто куда-нибудь съездить, там, где волны небольшие. Я же плавать почти не умею. А тут эти течения. Спасибо, спасибо. Ну, индийцы тоже плавать не умеют, и ничего. И прям в воде. И плавают, да. Полежи, да и все вот так вот в одежде. Вчера были большие волны, и я... Не заходила, не плавала, а вот так вот и сидела, как вот эти вот дети. А, вот этот господин такой, такой колоритный, скажи. А намасте. А, ну, давай вот до этой парочки. Потому что у тех, у всех есть клиенты. А нам надо свободная. А нам надо, да, свободная касса. Ой. Посмотри. У него большие хоть. Мне вот этот. For me this. Давай. Hello. Выбери. А мне 100 рупий. Мне вот такую. Ага. 100 рупий. Нет, мне не надо. 100 рупий, 100 рупий. Ну, я уже и так сегодня джемчуг. Потрясла семейный бюджет и купила парео. И 100 рупий. За сколько купили? Парео вот вчера вот за 200, а сегодня за 150 пятнистый. И 100 рупий, хороший. Не.
Да? Да не. Это натуральный жемчуг, мадам? Натуральный, да я вижу, что натуральный. Мадам. Вот у них есть, кому нравится с перчинкой, вот у них есть там спайси. А кому не нравится, просто лимон и соль натирают. Ой, голландская, это моя корлась. Вкуснятина. Да, вкуснятина. Она такая свеженькая, такая мягенькая, молочная. Я себе купила еще початочек, думаю, куда-нибудь добавить. А ты вари дома-то. Прям так в магазине они по 10 рублей стоят, отварить очень вкусные салатики, помидорки и туда нарезать этого. Но они только что делали колесо. Серьезно? Они только что делали колесо. Я только подошла, а они перестали. Вот этот в черных штанишках длинных. Вообще. А ты что, изменила кукурузе с кокосом? Пить хочется очень. Я раньше как-то нейтрально относилась к кокосикам, но теперь вот что-то вкуснота. Очень полезно. Да, полезно. Так, а для меня lemon and salt only, no spicy. Да, for me also. В прошлый раз так перчено было, со слезами. Съела, но со слезами. Океан подбежал к тебе. Тебя чуть не унесло за работой. А мне Шок рассказывал, что тоже приходил на Sunset Market. И его снесло, это самое, вода так быстро... Снесло? Намочил товар весь, да? А, ну хотя бы намочило, но не унесло. Я уже, ты знаешь, слюной давлюсь, сглатываю. Надо им денежку. Спасибо. Вот стихийный танцпол организовался. Молодцы какие. Сходили за кукурузкой, да? На концерт попали. Фантастика. Дастиш, фантастиш. Аплодисменты. А почему та-то не дожаренная какая-то? Вообще не жареная. Ты куда по... Ой! Вареная, наверное. Она явно ко мне. По мою душу. По мою кукурузу. Сейчас у девчонок сумки проверят. Ей тоже хочется веселиться, ей хочется танцевать. Ну а кукуруза-то хоть дело? Да. Ну, мимо это, нее не пройти. Хоть это ты не пропустила. Но купание, как ты могла? Надо куда-нибудь отправиться. Просто тут что-то не хочется. Да вы...
Девушка, зажрались, не хочется ей 6 декабря в океан. Не хочется, понимаешь? Всем хочется, а ей не хочется. Я вам просто кое-что скажу. Да вам тоже раз хочется. Надолго ушли? Пошли? Бери с лодочкой, с кокосом бери. Бери с кокосом прямо. Он тебя нарвал, отщипнул. Хорошо, все, мы это возьмем. Ага. Все, спасибо большое. Спасибо.